Массовая драка со стрельбой произошла в самом центре Киева. По словам свидетелей, все началось на Бессарабской площади возле Арена Сити приблизительно в 4:30 утра. Конфликт возник между двумя компаниями мужчин. Молодые люди дрались, били бутылки, из которых делали розочки. Один из участников драки отбивался рукояткой от пистолета, после чего прозвучал выстрел. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, и сейчас правоохранители выясняют все подробности этого инцидента.